Жемчужный шик вам очень полюбился, а уж когда мы сейчас вам и цвета все представим, вы просто, что называется, обалдеете от восторга, от роскоши. Сразу советую приобретать несколько комплектов, ведь сегодня за 1290 рублей вы получаете в комплекте и браслет, и колье, экономите 2700 рублей. И я предлагаю, да, сразу с цветами познакомиться, обилие просто завораживающее. Начнем, наверное, вот отсюда. У нас здесь классический есть белый цвет, есть синий цвет. Я сейчас показываю на своей подставке. Ну ладно, давай перенесемся. Просто сейчас автоматически прибежали вот к этим цветам, таким разным и колоритным. Давай, вот у нас есть зеленый микс, есть цвет, который называется у нас зеленый, цвет красный, цвет розовый. Далее переходим на вторую подставку, которая находится рядом со мной. Вот тут как раз уже цвет белый, цвет синий и цвет коричневый. У нас точно такие же цвета представлены и в браслетах. То есть это единый комплект, цветовая гамма один в один. Но я предлагаю, Диан, даже сделать акцент на том, что это не просто жемчуг. Это жемчуг особенный. Это жемчуг Майорика. В чем эксклюзивное превосходство, так скажем, именно этих жемчужин? Ну, ты знаешь, мало кто знает, что же такое жемчуг Майорика. Многие слышали, но понятия не имеют, что же это такое. Ты знаешь, очень-очень много лет назад, когда была создана вот именно методика жемчуга Майорика, все ювелиры были поражены его красотой. Угу. В основу берется керамическая бусина и слой за слоем, примерно 40-50 слоев, она покрывается жемчужной перламутровой пудрой. Mm-hmm. То есть настоящая жемчужная пудра слоями покрывается на керамическую бусину и запекается, во-первых, под высокой температурой, а еще и создается под очень высоким давлением. Поэтому, когда вы смотрите или держите в руках жемчуг Майорика, даже если вы великий ювелир и талантливый гемолог, без спектрального анализа вы не сможете понять, что mm-hmm. это именно Майорика. Да. Что это не жемчуг, который добыли из недр, из глубин, например, морей. Угу. Во-первых, его идеальный блеск, так. Вот именно такой вот блеск, идеальная гладкость, доступна только в очень элитарных выращенных жемчужинах. Встретить такой вот потрясающий блеск в природе фактически невозможно. Угу. Обрати внимание, идеальная поверхность, ни одного изъяна. Вот точно такой вот, знаешь, вот в природе такой жемчуг сейчас найти нереально. Даже вообще можно сказать, даже и в принципе невозможно отыскать такое предложение. И у нас уже заканчивается белый оттенок, поэтому поспешите выбрать свой цвет, какой по душе именно вам. У нас есть зеленый микс, у нас есть розовый микс, розовый, коричневый, красный, зеленый и синий. Я вот тоже не удержалась, примерила как раз розовый оттенок. Но мне кажется, в принципе, да, в принципе, любой цвет, который бы вы сегодня не выбрали, он идеально впишется в ваш образ, ведь это жемчуг, это эксклюзивный жемчуг Майорика. Более того, идет поставка напрямую от поставщика и от производителя. Для вас нет никаких рисков. Вы сегодня приобретаете и колье, и браслет всего за 1290 рублей с экономией в 2700. Потрясающее качество жемчужин. Поэтому позвоните нам прямо сейчас. Звонок бесплатный. Вся важная информация с левой стороны вашего экрана. Тут и номер телефона, и адрес нашего сайта, и важная информация по лоту. Номер, кстати, запишите 62-434. Диан, я заметила, что между нашими жемчужинами есть узелочки специальные. Да, сама технология так. Именно создания колье в том, что на вощеный шнур так. Нанизывается жемчужина за жемчужиной. Но для того, чтобы они не бились друг об друга и украшение служило вам много лет, между каждыми жемчужинами создается плотный узелок. Именно он позволяет, скажем так, разделять жемчужинки между собой. Так. Они не бьются, они лучше сохраняются. И при этом не нарушать красоту и текстуру самого колье. Этот метод используется фактически во многих именно украшениях из натурального или такого, знаешь, вот культивированного природного жемчуга. Но знаешь, на что я хочу обратить внимание? Вот да, если вы любите, как и я, ходить по ювелирным выставкам, также влюбляетесь, как и я, в камни, и посмотрите вот на жемчуг Майорика, то вы увидите тот самый драгоценный жемчужный перелив и жемчужный блеск, который фактически очень тяжело встречается именно в современных украшениях. Вот за такой вот блеск качества 3А, ну, я тебе честно могу сказать, ювелиры еще могут побороться. И что мне нравится в жемчуге Майорика, он ведь действительно создан из натуральных жемчужин. Фантастическое изделие, дорогие мои, осталось 10 секунд. Это набор жемчужный шик, это абсолютный хит. И колье, и браслет сегодня идут вместе, в комплекте, всего за 1290 рублей. Номер лота для заказа 62-434.